Здравствуйте. Да неплохо играли в целом. Много моментов создали. Просто нужно играть порасторопнее. На своем пятаке проиграли полностью пятак, и мне нужно удаление, где-то подвели нас. Но опять же, повторюсь, проиграли полностью свой пятак. Нам говорили об этом, предупреждали. Сложилось все так вот, и полностью пятак проиграли из-за этого. Да, отдохнем, разберем ошибки и будем готовиться дальше. Ну, сегодня сыграли получше, чем вчера. Допустили поменьше ошибок, не расслаблялись. Да, где-то все ошибались, но мы старались друг друга подстраховывать, поэтому сегодня получилось сыграть намного лучше. Да нет, мы старались, работали по установке тренера, да, где-то что-то не получалось, но мы работали, и вот такой результат получился. Ну, эмоции только положительные, дальше будем работать и двигаться только вперед. Ну, как и вчера, мы проспали, провалили начало. Необязательные грубые ошибки при игре на своем пятаке, на ближнем пятаке, привели к пропущенным шайбам, поэтому начало было очень скомканное и, конечно, тяжело при счете 0-2, так скажем, ломать игру в свою пользу, переносить ее. Но в целом во втором периоде, во второй части матча нам удалось как-то перестроиться, игру перевести в зону соперника, и, в принципе, мы много активно играли в атаке, бросали, создали много моментов, но, к сожалению, где-то, может быть, реализация подвела. Ну и плюс, опять-таки повторюсь, вот эти необязательные наши ошибки очень нас подводят. Тяжело так начинать игру, и так играть нельзя, будем над этим работать, исправлять. Как положительные, ну, то, что мы при таком счете, при таком провальном начале, все парни бились, работали, чтобы как-то поменять ход матча, блокируя броски, старались, упирались те ребята, на кого была больше, так скажем, легла ответственность, которые больше проводили время на площадке. Но не получилось. Такой, наверное, самый важный вывод по этим двум матчам – это начало. Поработаем, поговорим, пообщаемся с парнями. Начало матча нам нужно пересмотреть более собрано, концентрированно действовать, агрессивно в отборе шайбы. Мы сегодня получше играли, волнение как бы такое прошло. Мы месяц не играли, поэтому как бы тяжело входить в игру. Все команды были на турнирах, у нас не было турниров, поэтому потихонечку наберем обороты. Я думаю, обычно все под весну будет, ясно. Сейчас только команды набирают это все. Все это убираем, ошибки. Большинство понравилось там, в принципе. Хороший момент, но есть и над чем работать. Ну, знаете, вот как бы ребята сражаются, терпят в обороне. В принципе, в атаке неплохо играют. Я думаю, есть потенциал команды.